Привет, мой дорогой друг. Вот так я начинаю свой новый ролик в лифте. Поднимаюсь, вот маленький лифт наконец-то вот запустили. Он не работал. Поднимаюсь сейчас на свой этаж, захожу в квартиру. Давайте посмотрим, что там поменялось. А то я вам все обещаю и обещаю, никак снять не могу. Так что смотрите, не переключайтесь. Мы погнали. Вот видите, вот неспроста вот тут на плиточке вот такие пятна. Ладно, заходим в квартиру. Оп, опа-на. Смотрите, ребята, я не знаю, камера возьмет, не возьмет. Видите, вот такие вот пятна у меня появились. И вот сейчас вот обратился в управляющую вот компанию. Что и как. Вот такая вот люстрочка тут. Кстати, недорогая, что-то рублей 400 стоит. Вот. Поставил в коридор вот такой вот шкафчик. Обошелся он мне с доставкой и установкой 13 тысяч рублей. Вот. Да, он особо не по размеру, но он не закрывает, то есть, вот эту часть. Домофон установил. Сама трубочка что-то рублей 600 стоит. Вот. И установку я там 500 рублей отдал. Вот. Ну и тут, наверное, все вот из того, что... Ну, были покрашены стены, кстати, да, то есть... Она в такую вот белый цвет, потому что тут обои под покраску. И чтобы не повредили, я там отдал в районе 13 тысяч рублей. Ребята, сразу говорю, цифры примерные, потому что я, если честно, не записывал. Поэтому, как бы это, все примерно. Так, туалет. Ну, стиралочка у меня была. Стиралочку просто установил. Вполне считаю, что она стоит вполне угодно. Вот, тут вот все как было, так и остался. Вот тут поставил зеркальце. Зеркало что-то рублей 800 стоит. Ну и больше тут, наверное, ничего не делал. Да, ничего не делал, просто установил стиралочку. Для квартиры, для съема, я думаю, этого вполне достаточно. Ладно, идем в комнату. Пригнал тут свой диванчик старенький. Он такой немножко потрепанный, вон кошечка его потрепала. Я не знаю, может какой-то вот... Под восстановление заказать или еще. Посоветуйте в комментариях, что можно сделать. Только гардина стоит на окне, штор пока нету. Не знаю, вешать, не вешать. Вот, как-то так. Далее. Вот такой вот столик из Икеи. Тубареточки вот такие. Столик что-то в районе 3000 что ли стоит. Тубареточки там по 1000 с чем-то. Вот. Вот, телевизор. Телевизор из Омска. Спасибо, Коля, тебе привет. За недорого мне и замутил. Вот. Он, кстати, работает. Пульт от него. Пульт, правда, универсальный. Сейчас мы включим. Сейчас, что там у нас по ящику? О, Хайер. Это не реклама бренда. Ну, то есть, телек замечательно работает. Никаких проблем. Ну, то есть, проведена антенный провод вот так вот аккуратненько, как вы видите. Вот, и под плинтусом, ну, его практически не видно. Ну, и установлена кухня. Кухня тут вот. Кран все работает, все с ним хорошо, все. Вот. Все отлично. То есть, вот такая вот кухонька. Тут индукционная плита. Короче, весь вот такой комплект с кухней, с установкой всем, вышел мне около 45 тысяч рублей. То есть, из Леруа Мерлен. Ну и вот люстра, я не знаю, отсветит, не отсветит. Люстра такая, что-то около 2, по-моему, тысяч рублей стоит. Ну и все, в принципе. Это все, что я сделал с квартиры. Считаю, что самый минимум я выполнил. Когда вы увидите это видео, это уже квартира будет сдана. И тут уже будет кто-то жить. Понравился ролик? Ставь лайк. Если есть какие-то вопросы, задавай в комментариях, обязательно отвечу. А с вами был Александр. Всем до новых встреч. Всем пока. Вот оно как, вот оно как. Да, шторки надо повесить.